Ребята, всем привет! Вы на канале «Бизнес на ключах» Бобермастера. Сегодня я буду прописывать брелок сигнализации Шерхан А91. Для начала нам необходимо найти кнопку «Валет» в этом автомобиле. Чтобы найти кнопку «Валет», у меня есть на эту тему отдельный ролик. Ну, я вам сейчас покажу новенький брелочек, который будем привязывать в память системы. Вот этот вот, который уже, в принципе, свое отжил. Ремонтировать и вкладывать деньги хозяин автомобиля не стал, поэтому мы его просто оставляем здесь. Так, как нам найти быстро кнопочку «Валет»? Нам необходимо найти светодиод. Если светодиод находится с левой стороны, значит, у нас примерно где-то здесь будет и кнопочка «Валет». Давайте поищем ее первым делом вот здесь. А вот она, и смотрите, вот видите, черно-серый провод, и вот она, кнопочка «Валет». Замечательно. Всегда по такому принципу ищу кнопку «Валет», и всегда это у меня получается сделать, вы сами видите, за 15 секунд. Ребята, я всегда начинаю процедуру, вставляя ключ в зажигание, а потом нащупываю кнопку «Валет». Я что делаю? Нажимаю 7 раз кнопку «Валет». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Включаю зажигание. А у нас кнопка «Валет», ребят, не работает. У нас кнопка «Валет» не работает. Посмотрите сюда. Я нажимаю на кнопку. Раз. А она у нас не работает. Видите, ничего не происходит. Вот это прикол. Давайте я ее вытащу сюда. Видите, я ее вытащил. Тоже нажимаю. О! Она, видать, застоялась, пыль попала. Вот смотрите, сейчас сильнее нажимаю, и видите, у меня индикатор. Все, отлично. Заработало, замечательно. Что нам надо сделать? Нам надо включить зажигание, выключить зажигание, сбросить то количество раз, которое я вел перед этим. Итак, ребята, раз, два. Надо, видите, сильно нажимать. Два. 3, 4, 5, 6, 7. Включаем зажигание очень быстро. Не успели. Надо быстрее нажимать на кнопку. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И включаем зажигание. Все, вы услышали 7 сигналов сирены, поэтому нажимаем вторую, третью кнопку одновременно. Отлично, записался брелок. Выключаем зажигание и давайте протестируем работоспособность брелка. Все, смотрите, он у нас работает, открывает, закрывает, пультик прописан в память системы. Всем удачи в работе, всем пока.